выход в пятый дивизион для них очень серьезный. Ушел мяч, аут. Есть штрафной адресат, и навес нужен. Долго держит мяч команда, но пора как-то быстрее. И покидает мяч. Шансы в этой атаке, пока она продолжается. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может прийти очень опасной. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Через фланг идет атака, есть свободное пространство.
точно следует передача, и команда теряет мяч. Реми. Есть адрес у этой передачи. На секунду бы попозже начать это отбивание, может быть, и не попасть. Реми. И разрезающий пас. Такие передачи всегда дают опасный удар. Классный удар, молодец. Реми. Кастро. Ну и как такому противостоять? Let me as indicated, there will be a minimum of 2 minutes of added time. Продолжается наш матч, второй тайм. Билли. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Ворота располагалась очень красиво. На грани офсайда действовал игрок и все-таки попался. Как же здорово играет пас. И уходит он. Пас на блок. Может быть интересно. Мяч фаул. Пили. И подает штрафную. Сейв кончиками пальцев. Мяч проходит выше. Это угловой удар. И прямо в центр штрафной мяч летит. Это мимо. Нет, не дошел этот пас до адреса. Нарушение и штрафной удар. Потеря, все. Здесь он попадает под прикрытие. Видит игрока впереди и отдает пас на фланг. Офсайд сигнализирует игрока. Пили. Почти не ошибается он сегодня в футболе. В этой, можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Переклад был хороший. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом.
значит, штрафную. Там есть кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Били. Хотят они довести мяч до верного, чтобы наверняка поразить цель. Удар! Предыдущий забитый его. Очень красиво был мяч. Да. Минут до конца основного времени матча. Атака продолжится через флаг. Реми. Уверенно действовал в перехвате игрок и его подвижный. Вперед идет атака. Интересно может быть. Есть время и пространство для навеса. Есть свободное пространство на фланге. И куда идет атака? Выбит мяч из штрафной. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. И пробил! И что? Впечатление такое, что просто соперник убивает. Классный перехват. До конца игры 7 минут. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч в аут ушел. И вратарь собирает этот мяч. Слишком сильный пас. Минимум 3 минуты.
борьбы, но мяч он пока сохраняет. Оказалось недостаточно. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не...